Мы желаем, что данное движение социальной рекламы будет расти у нас в области. Фестиваль социальной рекламы «Искусство жить» прежде всего направлен на то, чтобы обычная молодежь, она могла через искусство передать проблемы общества, потому что сейчас как-никак 21 век и век движения. И многие люди просто, они не замечают тех или иных проблем.